Всем привет! Меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобилях, которые снимаются в кино. Сегодня хотелось бы вспомнить не конкретный киноавтомобиль, а целый телевизионный сериал, показавший такое количество классических автомобилей в кадре, что просто дух захватывало. Тем более, что транслировали его на российском телевидении аж в 1993 году. Начинался он со слов «Lucky Strike представляет детектив по понедельникам», после чего начинала играть известнейшая композиция Дала на «Runaway», специально перезаписанная исполнителем в 1986 году для этого шоу. Этот сериал получил на нашем телевидении название «Криминальная история», хотя многие мои знакомые до сих пор считают, что он называется «Lucky Strike» или «Детектив по понедельникам». Итак, оригинальное ТВ-шоу было создано Майклом Манном в 1986 году на волне успеха его предыдущего детища «Полиции Майами». Вот только в отличие от похождений модных полицейских Сонни Крокета и Рика Тапса, противостояние жесткого лейтенанта чикагской полиции Майка Торелло и молодого амбициозного бандита Рэя Лука продержалось на американских телеэкранах всего 2 сезона и было спешно завершено из-за низких рейтингов и слишком дорогого производства. Тем не менее, впоследствии сериал стал по-настоящему культовым, и критики, которые в момент выхода разнесли его вдрызг, признавали значимость этого шоу для американского телевидения и даже сравнивали его сюжет с произведениями классика криминального повествования Элмора Леонарда, произведение которого знакомо очень многим благодаря многочисленным экранизациям. В создании сериала Майклу Манну помог личный опыт сценариста Чака Андерсона и исполнителя главной роли Дениса Фарина, много лет служивших в департаменте полиции Чикаго. Необычным решением создателей сериала стал отказ от одиночных эпизодов с законченными историями в пользу единого сюжета, который бы тянулся через весь сериал. При этом планы Майкла Манна были еще более грандиозными. Изначально он планировал показать в кадре сразу несколько десятилетий, начиная с начала 60-х и заканчивая серединой 80-х годов, но в силу ряда причин, в основном из-за бюджета, от этой идеи отказались, решив сосредоточиться на 1963-1964 годах. Место действия — Чикаго в 1-м сезоне, а позже оно переносится в Лас-Вегас. Для полного погружения в выбранную временную эпоху студия подключила все свои ресурсы, скупали все, что только можно: костюмы, предметы интерьера 60-х и, конечно же, автомобили. Машин в кадре показано столько, что просто голова идет кругом. Начиная с пилотного выпуска, каждый автомобиль, появлявшийся даже в самой короткой сцене, очень радует тем, что четко соответствует конкретному временному отрывку, то есть конец 50-х, начало 60-х годов. Время, когда американский автопром, судя по всему, выпускал самые эффектные с визуальной точки зрения автомобиля. Перечислять каждый автомобиль в кадре смысла нет никакого, так как их очень и очень много. Но лично мне запомнились следующие. Во-первых, Ford Fairlane 500 Galaxy Town Sedan 1959 года, появляющийся на первых секундах пилотного эпизода. Хотя блестящие элементы на задних крыльях указывают, что скорее всего это все же модель Custom 300. Это все одноплатформенные модели, а еще говорят, что современные автомобили одинаковые. Кстати, создается впечатление, что автомобили Ford 59 года появляются в кадре чаще всего. Также обращают на себя внимание различные модели полицейских машин. Это и Ford Fairlane 500 1960 года, и все тот же Ford Fairlane 500 Galaxy 1959 года, но на этот раз в версии Таун Виктория. В пилотном выпуске подручный главного злодея управляет новейшим на момент повествования Кадиллаком Девиль Купе 1963 года. Также запомнился Ford Тандерберд 1962 года, он же Bullet Bird. Третье поколение Тандерберда с его характерной напоминающей пулей или даже снаряд передней частью и очень красивыми круглыми задними фонарями. Также бросился в глаза Pontiac Catalina Vista 1959, Mercury Monterey 61 с запоминающимися вставками Fender Skirts, закрывающими задние колесные арки, и много-много-много других не менее классных автомобилей. Кстати, в кадре появляются и очень редкие Студебейкер Сильверхок 1959-го, а также Эдсель Бермуда 58-го. Отдельно порадовал отряд полицейских мотоциклов Харли Дэвидсон. В общем, погружение в эпоху более чем полное. Кстати, на американском форуме владельцев классических автомобилей Chrysler сохранился пост, датированный 1999 годом, где владелец автомобиля Chrysler 300C 1957 года, на котором ездил Майк Торелло, рассказывает, как предоставил свой автомобиль для съемок в этом сериале. С какими трудностями он столкнулся, пытаясь получить машину обратно, и в каком состоянии машина вернулась. Если коротко, то создатели шоу связались с ним во время поиска классических автомобилей в 1985 году, когда концепция сериала была несколько иной. Планировалось посвятить начало 60-х лишь несколько первых эпизодов, после чего время действия переносилось на 10 лет вперед. Майкл Манн хотел, чтобы Торелло ездил на Крайслере в начале сериала, а после пересаживался на Dodge Charger. Студия купила Chrysler за $14 000, предоставив владельцу преимущественное право выкупить его за 9 000 после окончания производства в Чикаго в октябре 1986 года, но в итоге все пошло не по плану. После показа пилотных эпизодов тестовая аудитория отметила, что им гораздо интереснее ностальгия по 60-м, чем более поздний период. Сценарий переписали, а автомобиль, полученный для съемок в нескольких эпизодах, в итоге застрял на съемках на 2 сезона. К тому же впоследствии его пришлось забирать не в Чикаго, а в Лас-Вегасе. Но большая часть поста посвящена списку того, что в процессе съемок было сломано, переделано и заколхожено. Из отлично отреставрированного автомобиля 300C превратился в ведро с гайками, которое пришлось восстанавливать заново. Но, как говорится, искусство требует жертв. Увы, ну каким бы крутым телепродюсером не являлся Майкл Манн в то время, у него не получилось повторить успех полиции Майами. Рейтинги сериала не удовлетворили руководство канала NBC, и шоу было завершено после 2-го сезона, при этом оставив открытый финал. Для тех, кто уже подзабыл, главные герои сошлись в смертельной схватке внутри самолета, который прямо в разгар действия упал в воду. Продолжение, увы, не последовало. Тем не менее, как утверждают многие причастные, влияние криминальной истории на выходившие впоследствии кино и телефильмы было просто огромным. Каким бы спорным ни было это шоу, Майкл Манн задал стандарт качества и показал, что телепродукт может быть таким же зрелищным и атмосферным, как и кинофильм. Кстати, как и в «Полиции Майами», в этом проекте Майкла Манна снялись в эпизодах многие актеры, впоследствии ставшие очень знаменитыми. В разных сериях можно увидеть Джулию Робертс, Кристиана Слейтера, Кевина Спейси, Стэнли Тучи и многих-многих других. Ну а лично я с радостью пересматриваю этот сериал, в том числе ради огромного количества классических автомобилей на экране и незабываемого саундтрека. А на сегодня все. Всем сила, V8.